Итак, знакомьтесь с соперниками. В красном углу ринга 20-летний боец. Его рост 179 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Профессиональный рекорд. 4 боя, 2 победы при 2 поражениях. Чемпион первенства России по панкратиону. Двукратный чемпион Краснодарского края по ММА, призер чемпионата Краснодара по грэпплингу, чемпион гран-при Black Sea Open Cup организации The Grapp Fighting Championship из Краснодара Никита Осипов. И его соперник в синем углу. Ему 25 лет, рост 176 сантиметров, вес 77,3 килограмма. Профессиональный рекорд 13 боев, 8 побед, 4 поражения при одной ничьей. Дамы и господа, ветеран турнира Warriors Way из Санкт-Петербурга, встречайте, Алексей Мартынов! Уважаем друг друга, соблюдаем правила, канаты не хватает, напоминаю, затылок не работает, локтями голову не работаем, коленом голову только в стойке, по команде стоп, прекращаем все действия, все понятно? Приветствую друг друга, удачи обоим, по углам. Шарипов остановил поединок ровно через минуту первого раунда. Победу нокаута одержал Никита Осипов! Красота!